Так, это экспериментальная видеозапись. Я просто пробую на максимальных настройках светочувствительности поснимать в абсолютной темноте. То есть сейчас 23 часа. Кромешная тьма. Еще и тучи. ISO 6400. Снег идет, ты представляешь? Ха-ха, прямо надо мной большая медведица. Интересно. Нет, никаких шансов. Вот, сдвоенная звезда в ковше большой медведицы. Ёльки-матальки. В лоб упер себе всю систему фотоаппарат. Плюс тренога к нему приторочена. Все это висит сейчас у меня на левом глазу. Очень классно. Ладно, посмотрим на экране потом, на мониторе, как это все выглядит. И насколько пластилиновое изображение при таких дичайших технических усилениях светового сигнала. Да, ну по-моему классно, на маленьком этом мониторчики фотоаппарата вижу даже облака. 23.07 по Киеву сейчас. Жалко, луна совсем спряталась за облаками. Нужно было по ней стрельнуть. Да, что-то вообще ни просвета нету. Ну, я луну снял равноденствие сегодня, и повезло мне в прореху попасть. Что, не закружилась еще голова? Что бы еще такое снять? Ну, вон звезда какая-то, давай. Уже не с рук ее попробуем снять, а со штатива. Увеличения все те же запредельные. Да, не увеличение имеется в виду, а светочувствительность повышенная. ISO 6400. Выдержка тоже максимальная. Не буду издеваться. Да, в комментариях сегодня женщина спрашивала, как на этом фотоаппарате делать настройки. Все-таки лучше, наверное, вручную, а не в автоматическом режиме. Не понимает фотоаппарат, когда вы луну пытаетесь снимать, что вы интересуетесь столь удаленными объектами. Так что инструкцию я вам там в комментариях выслал. К этому фотоаппарату 23.09 по Киеву, в Харькове. Ладушки.